В настоящее время параллельно снесением боевого дежурства выполняются плановые полеты по боевой подготовке с целью подготовки летных экипажей, инженерно-технического состава, расчетов комплекса подготовки полетных заданий, командных пунктов и пунктов управлений. С начала года по планам опытного боевого дежурства и полетов на боевую подготовку комплексом выполнено более 250 полетов. Летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, готовы к выполнению задач по предназначению.